Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам новую итерацию робота для настольного тенниса под названием TennyRobo. Мы все привыкли к настольным роботам для тенниса, которые устанавливаются в центре стола. Это не очень удобно, потому что они не дают возможности разыграть какую-то дальнюю подачу или дальний удар из дальней или средней зоны. В случае с роботом, устанавливаемым на штативе, это возможно. Робот TennyRobo может устанавливаться как в ближней зоне на штативе, так и справа от стола, или слева, или высоко над столом, или даже под столом, для того, чтобы показывать, моделировать различные подачи, удары, подрезки и так далее. Предмет моей гордости – новый трехмоторный ствол. Им очень легко управлять с помощью мобильного приложения, вот этим джойстиком. Вы просто указываете направление, в которое должен повернуться ствол, и в ту сторону будет осуществляться выстрел. Для плавной регулировки есть 4 кнопки – влево, вправо, вверх, вниз. Так вы можете очень точно построить точку попадания мяча на столе. Но самое потрясающее то, что вы можете полностью контролировать поведение мяча. Будет это плоский мяч или с вращением. Под каким углом будет вращаться мяч, с какой скоростью он будет вращаться и как далеко он полетит, определяется всего лишь 3 параметрами в приложении. И приложение само пересчитает скорости моторов под заданные параметры. А теперь небольшая демонстрация отскока мяча при разных настройках.